Всем привет! Сегодня я ранняя птичка, проснулась рано, 7:30 утра. Для меня это уже рано, так как ложусь поздно. Вот, проснулась я для того, чтобы приехать в магазин Lidl. У нас в продуктовых магазинах есть средний ряд, где кладут всякую всячину на акции. Там может быть и одежда, и ремонтные всякие тематики, и игрушки, то есть и обувь, все такое. Ну, косметики вроде нет. А может быть, есть, не знаю. Солнце свечет. Вот. И мне моя свекровь, мама Игоря, сказала, что на этой неделе с понедельника будут детские игрушки на акции. Ну, выставлены, то есть, мол, пойди посмотри. И между этими игрушками была та игрушка, которую я уже давно хочу. Это такая маты. Мата? Нет, мат, наверное, по-русски это мат, да? Это такой мат? Нет, пласт. Не знаю, в общем, мат. Ладно, и там, в общем, уже нарисовано, что-то, видимо, есть внутри. И дополнительно идет такая ручка, которую нужно заполнить водой. Заполняете водой, и ребенок рисует по этой мате. И получается, проявляется рисунок. И когда высыхает рисунок, он опять исчезает. То есть она у нас уже пишет ручкой, любит так писать везде. Это, мне кажется, ребенку понравится. Но я еще набрала других игрушек, деревянных всяких. В общем, вот так вот. Не зря приехала. Почему я так рано приехала? Да, потому что такие вещи хорошие, выставленные на акции, быстро разбирают. То есть уже, хотя акции на всю неделю, но бывает такое, что уже в понедельник в обед или после обеда уже все разобрано. А дополнительно редко они достают. Если раскуплен, то раскуплено. Вот так вот, поэтому я довольная, еду сейчас домой, точнее не домой, сейчас заеду в магазин купить, у ребенка закончилась зубная паста, ее куплю и все, поеду домой. Я в H&M померила вот такие вот джинсовые шорты, беленькие, онлайн моего размера уже нет, к сожалению, вообще они раскуплены, они сейчас на скидке, 6 евро всего лишь стоят. И мне очень понравились, от одного блогера я увидела, она посоветовала, реально классные. Но вот эти тоже 38 размер, конечно, немножко большеват, особенно сзади они большие, ваты мне чуток, но все равно возьму. Здесь можно ремень пустить. Померила я вот такую вот маечку, мне очень понравилась расцветка, это как расцветка Дольче & Габбана, да? Но у нее почему-то странный низ. Тут резинка, но она мне большая. Хотя это мой размер. Смотрите, как балахон. И стоит всего лишь 3 евро, представляете? Это хлопок 100%. Ну, не знаю, что мне делать. Вот такой вот еще сарафан хлопковый. Тоже классный, но, опять же, нет моего размера 36. А взяла размер 34. И он мне, конечно, в груди маловат. Обидно. Прям видно, да? Так вообще, конечно, классненький сарафанчик. Не знаю, брать, не брать. Видите, тут тянет к груди. Купила только шорты. Ни сарафан, ни майку я не взяла. Сарафан все-таки в груди маловат. Не хочу так вещи покупать, хоть и цена, конечно, привлекающая, но если уже что-то не устраивает, лучше не брать. Всем привет! Я тут начал потихоньку. Снял уже чуть-чуть. Пока что ничего такого серьезного не нашел. Кроме вот этого. Этот насос у меня в двух частях был. Мне и говорили, что они очень часто ломаются. Так оно и есть. На одной головке. Вот это видно. Нашел я, как будто там что-то попало. Как будто он удар.
Но в самой головке ничего пока не нашел. Сниму, посмотрю, может, что-нибудь найду. Давно я вам уже не показывала, что готовлю на ужин. Давайте как раз сегодня покажу. Мне кажется, у меня сегодня такая вкуснятина. Ну, на мой вкус. Готовила я сегодня вот такой вот овощной рагу, но с мясом. Здесь у меня куриное мясо, картофель, баклажаны и кабачки, цукини. И томат. Ну, томатное пюре, не томатная паста, а томатное пюре. Все это я тушила. Тушила я без лука. Я не знаю, просто я забыла лук. Так-то я не против и лука, но я забыла. В конце вспомнила, думаю, ну ладно, будет без лука. А, кстати, и стручковая фасоль. Да, про нее забыла сказать. Я уже попробовала. Очень вкусно. Ням-ням. Жду мужа. Он сейчас в гараже. Сейчас уже подъедет. Звонила ему. Я уже не дождусь, когда сядем и съедим эту вкуснятину. А вообще, мне кажется, это классная идея. Вот так вот показывать свои ужины, завтраки, обеды. Я, по крайней мере, с интересом смотрю своих блогеров, за которыми слежу. У меня иногда так идеи нету. Вот видео посмотришь, думаешь, а, у меня же тоже есть эти продукты. Пойду-ка я заварганю, правда. У меня вот частенько так. Я даже не знаю, что приготовить. Увижу у блогера, думаю, пойду-ка я приготовлю это. Частенько у меня бывает, кстати, это с выпечкой тема. Я так выпечку не особо готовлю, но если у кого-нибудь увижу и такое видео аппетитно сделано, и у меня аж поднимается настроение пойти самой приготовить. Следующий шаг будет снять головки, посмотреть, как там выглядит. Но разбирать я его буду полностью. До последнего болтика, наверное. Снял я головки. Выглядит неплохо. Чуть-чуть только замызганный, грязный. С одной стороны, правда, пару царапин есть. Там снизу. Теперь будем поддон снимать. Правда, не сегодня. В следующий раз когда-нибудь. Совсем забыла вам показать, что я сегодня купила. Какие игрушки ребенку. Вот она. Вот этот вот матрасик, где ребенок рисует. Получается, вот этот карандаш заполняется водой. Она водит по этому матрасику и проявляется рисунок. Ну, может свое что-то рисовать, конечно же. Хорошая игрушка, кстати, вот она понравилась. Мы ее уже вот распаковали. Видите, такой бледный рисунок. Но если проводить этой ручкой, вот, например, я вот пошла, взяла эту ручку. Видите, проявляется рисунок. То есть... Ребенок сидит, вот рисует, что-то свое можно рисовать, конечно же. Смотрите, рисунок становится ярче намного. И это очень интересно, она играла с удовольствием, можно сказать. Игрушка нам понравилась. Вот, сейчас это в Лидле, еще раз повторюсь. 6 евро стоит. Потом купила вот такую вот игрушку деревянную, хоть она 2+, но вот она уже интересуется к этому. У свекрови есть подобная игрушка, вот которая по центру она приобрела специально для дочери. Когда к ним приезжаем, она играет. В принципе, она уже соображает, что это надо все собирать на эту палочку. Приобрела вот 3 разных пирамидки. И вот такая вот игра тоже. Здесь кубы, а в кубах разрез. И в этот разрез нужно... В общем-то, поместить фигурку подходящую. Вот так вот 3 игрушки. Каждая игрушка стоила, ну, вот это вот 5,70 вроде, ну, 6 евро. Вот эти тоже по 6 или по 7 евро. Вот так вот. В рублях 6 евро это 480 рублей. Ну, 7 это, соответственно, 560 рублей. Где-то вот так вот в этом кругу вот эти игрушки. Это очень дешево для Германии.
Мне кажется, их для России тоже. Мне кажется, в России тоже игрушки детские достаточно дорогие. И вот такие вот акции, конечно же, хорошая вещь. Всем сразу скажу спокойной ночи. Всем пока-пока.